Одно из предприятий, которое по результатам 2019 года оказалось лучшим – завод инновационных технологий. Еще 10 лет назад на этом месте была заброшенная плодово-овощная база. Теперь преуспевающее предприятие – яркий пример, чего можно достичь, имея трудолюбие, предпринимательскую жилку и государственную поддержку. Завод инновационных технологий – один из победителей конкурса «Лучший предприниматель 2019 года». Мы уже участвуем второй раз. В первый раз мы участвовали, победили в номинации «Лучшее малое предприятие». Сейчас мы уже участвуем и победили в номинации «Лучшее среднее предприятие». Именно господдержка позволила нам перейти из разряда «малое предприятие» уже в «среднее предприятие». Завод инновационных технологий специализируется на выпуске низковольтных комплектных устройств. Предприятие известно тем, что выполняет заказы любой сложности быстро и качественно. Во многом потому, что металлоконструкции изготавливают сами. В 2016 году приобрели координатный пробивной пресс фирмы «Мурата». Сразу же удалось повысить и производительность, и качество. Точность данного станка исчисляется в тысячных долях. То бишь, поэтому тут качество отличное. Часть затрат на приобретение пресса предприятию возместило по специальной программе Минэкономразвития. Средства вложили в дальнейшее расширение. Сегодня ЗИД – современное предприятие, с которым охотно сотрудничают местные электротехники. Экро, электроприбор, релематика, электроавтомат, и на которые охотно идет работать молодежь. Средний возраст коллектива 32 года, а средняя зарплата в полтора раза больше.